Всем привет, ребята! Привет из Дивеево. Это святое место в Нижегородской области. И были мы в этой области по делам. Планировали приехать именно в Дивеево со знакомыми. Но немножко у нас не получилось. Были рядом, и грех было не заехать. Идем мы сейчас в церковь. Что будет? Вернее, не в церковь, а в монастырь Дивеевский. Что будет, интересно, я покажу. А по дороге пока вот сзади домики. В основном здесь находятся гостиницы, в которых гостевые дома, в которых могут разместиться паломники, которых очень-очень много здесь. Причем не только с России, но и с других стран. Сейчас раннее утро. В общем, что будет интересно, обязательно покажем. Заходим мы на территорию, и перед нами вот план для всех людей, кто не знает, для паломников расположение Свято-Троицкого Серафима Дивеевского монастыря. Он состоит из нескольких церквей, поэтому здесь все, чтобы люди не заблудились, вот план на входе. Заходим на территорию, далее стоянка. Люди могут заехать, оставить стоянки здесь, оставить машину на стоянке здесь. Вот такая стоянка, вроде бы и места есть, да, но вот сейчас время 8 утра даже нет, и уже мест нет, потому что едут не только со всей России, вообще я уже говорю со многих стран. Нужно заранее договариваться, чтобы здесь оставить машину. Все улицы, ну, до входа вот именно до этой стоянки забиты машинами. Ну, здесь под охраной, естественно, под наблюдением, но вот на данный момент мест уже нет. Где есть пустые места, там уже заранее договаривались люди. Идем на территорию. На территории очень много вот таких вот лавок, лавки монастырские называются они, где можно приобрести разные сувениры с Дивеево, иконы святых, сувенирчики на память. Далее очень много таких лавочек. Прямо перед нами монастырская трапеза, здание, где люди простые даже, люди простые, паломники могут прийти. Вот часы работы, где можно просто покушать. Монастырская трапеза, вот такое вот здание. И люди, кто приезжают, кто гуляют по территории, могут прийти сюда, зайти, пообедать и поужинать по определенным часам. Идем далее. Слева от нас находится паломнический центр. Здесь заранее можно позвонить и заказать места. Люди бронируют места и могут паломники проживать. И здесь также находится, можно сказать, вся справочная информация. Можно подойти, узнать все, что нужно. Кстати, здесь выдаются разрешения на съемку. Снимать здесь на камеры запрещено, только на телефоны фотографировать, либо, в общем, снимать на мобильный разрешено, на камеры нет. И чтобы не было проблем, чтобы охрана нас не беспокоила, мы все-таки зайдем сейчас и купим разрешение. В общем, оформили мы талон. Вот так вот он выглядит. В нем вписана фамилия человека, кто снимает. И число. В общем, если подойдут, покажут же этот талон, и никаких проблем. Снимать, еще раз говорю, можно на камеру, вернее, на телефон. Но если снимаешь на большие устройства, на видеосъемки, нежелательно. В общем, фото, если покупать талон просто для того, чтобы пофотографировать, 50 рублей. Видео 100 рублей, а фото плюс видео 150. Кстати, ребят, уже утро. Вот сколько народу, вы видите, сидят люди, отдыхают. И народ идет, очень много идет. Церковная лавка. Зайдем сейчас посмотрим, что там находится. Там, кстати, тоже снимать нельзя, поэтому где можно, будем снимать. На территории проводятся платные экскурсии. Можно заказать экскурсию хоть на группу человек, хоть для одного. И рассказывают историю монастыря, основания. Заходим на территорию уже на самой.
Александра, это создательница монастыря. Видите, как все красиво украшено. Вообще здесь очень-очень красиво. Это только начало, только вход. Конечно, поражает. Девочки, раннее утро, а очень-очень много народа. Очень много туристов из разных стран, из Сербии, с Албании, из Германии, даже слышала речь германскую. Не только из России, с Украины очень много. Много с Костромы здесь. Из Ярославля. Да, вот очень много костромских и ярославских. Ребят, посмотрите, какая красота нас встречает, как все оформлено. Это просто сказка. Он и называется Дивное Дивеево. Святое место Дивеево. Сколько трудов, сколько забот. Послушницы монастыря, монахини каждый божий день приносят. Смотрите, какая красота. Также на территории у нас монастырские лавочки. С обоих сторон очень много их на территории. Вот видите, народ покупает. Прямо перед нами Троицкий собор. И, ребят, вот стоит сколько народу в очередь, ни конца, ни краю. Красота. Просто нет слов, ребят. Очень много цветов. Все оформлено очень красиво. Очень много роз. И группами растут, и одиночные кусты. Служба закончилась уже, но можно преклониться к мощам. Запускают группами, выходят. С этой стороны находится сад монастырский, табличка. Вход в сад запрещен, это понятно, потому что здесь очень-очень много плодовых деревьев, особенно яблонь. Сами видите, как все ухожено, красиво. Очень много роз, всякие розы. Это монастырский сад. Там есть несколько грядок, то есть сажают зелень себе. Ну, в основном здесь фруктовые деревья вот с этой стороны находятся. Красотища, конечно. Нет слов, просто нет слов, ребята. Здесь нужно побывать, чтобы понять и почувствовать.
Ребят, вот только что сходили мы, покушали. Кушают, кормят здесь бесплатно. Любой человек, желающий, может прийти и покушать. Очень вкусный суп, каша и компоты чая дают. Люди приходят, простые паломники обычные. И вот все кушают, так же и мы сходили. Очень вкусно готовят здесь. А вот это дом-музей Паши Саровской. Вот этот дом-музей сохранили как в первозданном виде. Снимать внутри нельзя. Внутри, конечно, снимать, да, нельзя. Очень много народу. Сохранили здесь вещи и Серафима Саровского, сделанные его руками, и Паши, то есть самой блаженной Параскевии. Вот в этом доме она жила, он полностью сохранен внутри. И то, что она носила одежду, и, в общем, предметы какие-то обихода, все-все сохранилось, все очень интересно. Конечно, снимать вот там запрещено. Огород посажена, вся зелень, огурцы растут. Когда шли по канавке, очень много грядок с клубникой, клубнику выращивают. Ну и яблоки, ребят, кругом яблоки, их очень-очень много. Вот такой вот огородчик. И когда все апостолы нашлись в проповеди по всему миру, сторона апостола Мария Магдалина пошла с проповедью. И именно она, говорит предание, проповедуя одному из языческих императоров, о воскресении Христовом показала ему истину. Перед нами царская семья. Царь Николай с царицей и дети. Вот такое место можно прийти, поклониться, почтить память царской семьи. Закончилась вечерняя служба, и территория еще красивее, чем днем. Народ не хочет расходиться, очень много народа, и в это время уже вечер. Как старались, показали, как смогли красоту этого места, чудного места. Спасибо, кто был с нами до конца. Всем здоровья, благополучия, мира в семьях. Всем удачи, ребята. Пока.